закрыла. Так вот, это на Эрмитаже. Вот океан Атлантический, Мар дель Плата. Я в городе. Смотрю, свой автобус не прозевать. Сегодня меня не могут отвезти домой, потому что мой муж на работе сейчас работает. Я с ним приехала в город, сделала здесь свои дела и еду домой назад, в другой партиды. Мар Чикита. Вот он добрались там. Эрмитаж в стиле Санкт-Петербурга. Строили его тоже, кстати. Ну, в Санкт-Петербурге там кто строил? Растрелли или кто там? А здесь кто-то тоже, говорят, архитекторы Санкт-Петербурга. Ну, а там кто знает. Я не смотрела Википедию эту. Такой вид хороший. Вот. Зима. Все, сейчас буду заканчивать. Видосик короткий получится. Ветер, шумно. Вот океан. Так, да, думаю, автобус пропущу. Пока. Вкусные штучки я купила. Обалденные. Довольно-таки большие. Вот моя рука. Вот моя рука и вот эти штуки. Вот такие вот рулетики завернутые. Вот. А тесто как у Медиалун. Вот. А это с сыром. В центре города. В Мар дель Плате я купила и вот уже дома выложила. Буду сейчас с кофейком пить. Вот кефирчик домашний делаем тоже. Сразу все. Вот дрожжи домашние делаем. И вот такую еду мы себе сейчас сильно много не позволяем. А готовим оладики. Вот такого плана. С асельгой и со шпинатом. Со шпинатом. Вот этот шпинат. Угу. Вот так вот. Вот такие они получаются. Ну, тоже есть белая мука, кефир, сода загашенная. Кофеек. На итальянской кафетере. Сейчас буду завтракать. Утром не завтракала. Позавтракаю сейчас. Всем приятного аппетита.